тело есть в каждом из нас. Мы можем быть дико интеллектуальными людьми, воспитанными, начитанными. Но когда тебе грубят, ты начинаешь грубить так же. Какого района Сява? Все-таки ты хочешь с Сявой поговорить? Не, братан, ты с какой целью интересуешься? Подосечь, я тебя не знаю, ты меня не знаешь, что ты хочешь, как бы. Я тебя первый раз вижу. Я понял, да, все нормально. Многие говорят, что это клоунада, на самом деле в этом есть правда. То есть, если бы я это не пережил, ничего бы не получилось. Все равно должна быть правда. Но это все столицы, а настоящий true хип-хоп только вот, да, такие закаленные города. Для всех, кто это. Йо. Говорят, Черкасов ушел из дома 2. Мне на него похуй, зато на районе трава стала дешевле и на порядок лучше, и жога от суши, зато андеграунд мой слушает. Ну, на первый вопрос я могу на самом деле ответить такой фразой. Я волна поеба луна. Я пацанчик русский, живу на Урале. Мой круг узкий, пускай. А того, кто понты кидает левой, я бью с правой, симплы бьет с левой. А гребет съезды, достали биты, дерзко отвечают. Я Сява хуля, они плохо меня знают. Я просто чувствую, что нужно делать. То есть я пытаюсь общаться с Богом, пытаюсь общаться с космосом. Я пишу просто то, что мне нравится. То, что ко мне приходит, слышу, вот я все это пишу. Спасибо всем!